Хорошие новости из Актау. К хэппи-энду близится история полуторагодовалого Бикнура Мырза. Летом истощенного малыша из дома забрали врачи. Сейчас он находится в доме ребенка и идет на поправку. Он сидит, он уже передвигается с помощью ходунка. Держась за руки, делает шаги, понимает, эмоции есть. Приходит мама, он даже маму сейчас узнает. Вот. Прибавил в весе немножко. Ну, 2 месяца – это, конечно, мало. Мальчик улыбается гостям и бегает в ходунках по игровой комнате для ребенка. Врачи все еще отмечают отставание в развитии, но связывают это с плохим уходом. Более того, специалисты дома ребенка не подтвердили поставленный ранее ему диагноз ДЦП и уверены, что при правильном подходе он скоро догонит сверстников. Сам Бикнур, кажется, в своем выздоровлении не сомневается и уже даже выбрал будущую профессию. Пока в доме ребенка находилась съемочная группа, остальные дети играли в игрушки, малыш не отходил от съемочной аппаратуры. Более всего, малышу приглянулась камера. История Бикнура Мырза тронула сердца тысяч казахстанцев. О бедственном положении ребенка рассказала сельский фельдшер. По словам медработника, малыш неделями был привязан к бесыку. Когда его доставили в детскую больницу, мальчик был голоден, истощен, на теле были пролежни и нагноения. Как оказалось позже, Бикнур жил в доме отца. После того, как мать ушла из дома, за ним смотрела бабушка. В отношении ее и отца ребенка полицейские завели уголовное дело по факту неисполнения обязательств по воспитанию. А вот мать ограничили в правах на полгода. Но, по словам врачей, женщина приходит к сыну почти каждый день, нашла работу и готова бороться за своего сына и мечтает забрать его раньше назначенного судом срока.